общаемся с Наилей Ахундовой. Она 6 лет как переехала из Питера на дикий-дикий остров Индонезии, но у нее все есть, и шампанское, и кондиционер, и стиральная машина. Я, кстати, зашел в Инстаграм Наили, называется он Пеппи Сумба. Вот, ну, Наиля, вы женщина огненная, я бы сказал. Да. Ну, они тоже так думают, да. Поэтому до сих пор не зарезали. Вот, да-да-да. Ну и, знаете, очень красочные многие фотографии. Некоторые даже, как-то не знаю, у меня такое ощущение кубинского какого-то разлива, но неважно. Значит, наши слушатели сами все посмотрят, увидят. Наиля, а вот вы упомянули, что все время ходят на похороны. Они что, там годами длятся, что ли, вот эти церемонии? Нет, просто похороны на Кубе — это вообще самая важная часть. Вот то, что вы говорили, да, я не могу работников нанять. Все потому, что успешный успех на Кубе различается от нашего. И для сумбанца успешный успех — это вот его успешный загруженная жизнь, соответственно,